Конец февраля, десятки зрителей и холодная вода для каждого. Эти парни готовятся присоединить Владивосток к общероссийской акции «Быть здоровым – это модно». Молодые люди-курсанты оделись и выстроились символично в цветах российского флага. По задумке организаторов, жители 20 городов страны, как истинные сторонники здорового образа жизни, должны одномоментно облить себя холодной водой. Даже в теплой одежде на улице прохладно. Но приморцы настроены решительно. Под аплодисменты зрителей молодые люди уходят греться. Но некоторые готовы еще делать фото и даже давать интервью. Все понравилось, все обалденно, просто вообще супер-пупер. Погода классная, вода теплая, все отлично. Кровь греет нас, мы всегда такие. За здоровый образ жизни. Да, отличное ощущение, мы в принципе часто закаляемся, спортсмены. Ну и как бы вон касатка ДВ постоянно тоже там. И вот нам как бы это нормально. Да, вот. Не холодно? Да ну куда, на улице же солнце. Среди зрителей и девушки. Поступок ребят оценили, но признаются, сами на такое вряд ли бы решились. Наверняка нет, но очень понравилось смотреть на мужчин. Они такие отважные, смелые. Мы очень рады, что мы побывали на таком прекрасном мероприятии. Сегодня мы показали свою волю, свой дух, свое спортивное начало. И мы показываем, что вот сегодня зарождается новое, сильное, мощное поколение, которое поведет нашу страну вперед к следующим победам и достижениям.